Готовься к учебному году с лета. В школах областного центра полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы. Почти в каждой запланирована или легкая косметика, или же серьезные, а значит, затратные виды. Это 14-я общеобразовательная школа. Существует с 1970 года. Ремонт был, но еще в прошлом веке. Больше всего износился спортивный зал. Сейчас в нем меняют полы. В сроки успевают. Какие перспективы? Конечно же, нужно отремонтировать фасад. Нужно сделать небольшой косметический ремонт помещений. Конечно же, очень хочется создать развивающую среду для общения детей и для того, чтобы детям было комфортно учиться в этом корпусе. Ремонт пола в спортивном зале обойдется школе примерно в 500 000. Также решено облагородить и осовременить туалеты для девочек на втором этаже. На подготовку к новому учебному году из бюджетов разных уровней выделено 49 миллионов рублей. Львиная часть из них на ремонт, и остальные на мероприятия по соблюдению мер пожарной безопасности. Практически в каждой школе у нас проходят ремонтные работы, и зависит это от масштаба бедствия. То есть где-то течет кровля, где-то надо ремонтировать спортивный зал, где-то просто ремонтируют туалеты, кабинеты и так далее. То есть этот процесс, он постоянный. И единственное, что нас ограничивает, это, конечно, время. Пока дети наслаждаются каникулами, учителям и администрации школ не до отдыха. Впереди приемка учебных учреждений. Она стартует в областном центре в первой декаде августа. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.